Очень сложный вопрос, о чем можно судить в истории, а о чем нельзя. Вы получаете в наследство и историю, и мифологию, и собственную рефлексию более раннего периода в одном флаконе. И отделить одно от другого иногда бывает совершенно невозможно. И тут помогает кино. Потому что когда вы смотрите кино, когда вы читаете документы, связанные с выпуском того или иного фильма, когда вы разговариваете со свидетелями производственного и творческого процесса, когда, наконец, вы занимаетесь конкретно тем или иным художником, его психологией и его жизненным путем, тогда выясняется, что правд-то много. Иногда даже люди очень близкие начинают с трудом понимать друг друга, когда очень многие люди не заинтересованы в том, чтобы другие друг друга понимали. Фильм «Суворов», поставленный Всеволодом Пудовкиным и Михаилом Доллером, сыграл большую роль в подготовке соотечественников к Великой Отечественной войне. Он ввел зрителей в историю ее воинской славы, связанной с одним из величайших полководцев за всю историю России. Но после войны оказался вместе с Иваном Грозным из «Эйзенштейна» и «Большой жизнью» Лукова, адмиралом Нахимовым того же Пудовкина и многими другими картинами подвергнут страшной критике. Что же произошло с фильмом, когда понятие патриотизма на глазах современников стало менять свой смысл? В это время один из крупнейших мастеров нашего кино оказался перед необходимостью индивидуальной защиты во время кампании по борьбе с космополитизмом. Но какова была его стратегия? Мы постараемся показать его драму выбора, как творческой, так и человеческой, связанного с картинами, сделанными мастером между 40-м и 53-м годами, вместившими войну и важнейшие события послевоенной истории. Боится на Горице! Отлично! Суздальцы! Хорошо! Центральный вопрос нашей программы – какую трансформацию претерпел сам образ Суворова по ходу возвращения в контекст эпохи, непосредственно предшествовавшей политической оттепели, которую Пудовкин успел почувствовать и выразить свое предчувствие в картине «Возвращение Василия Бортникова», но в полном объеме уже, увы, не увидел. Письмо в редакцию главному редактору журнала «Искусство кино» товарищу Щербакову К.А. Уважаемый Константин Александрович, в 8-м номере руководимого вами журнала опубликован материал «Не подводя итогов», в котором Владимир Тихонович Баскаков критикует руководство Союза кинематографистов СССР за то, что оно якобы не возбудило ходатайство об отмене постановления ЦК ВКПБ 46 года о кинофильме «Большая жизнь». Хочу проинформировать редакцию журнала о том, что еще 3 сентября 87 года состоялось заседание секретариата правления СК СССР, на котором этот вопрос обсуждался, и было принято решение, направленное тогда же в ЦК КПСС. Отменить постановление ЦК ВКПБ от 4 сентября 46 года о кинофильме «Большая жизнь», весь дух и содержание которого представляет собой пример глубокого искажения ленинских принципов художественной политики. 2 года шел домой. Вот он дом. А дойти не могу. Чем же провинилась именно «Большая жизнь»? Думаю, что аккордеон. За кадром поет Бернес, мелодия исключительно задушевная. А в кадре человек, которого по ходу фильма разоблачат как вредителя. Задушевность расслабляет. Отсюда и все остальные минусы. Уже на уровне фактуры и фабулы. Но в том же... В 89 году, через 3 года после 5-го съезда Союза кинематографистов СССР, началась борьба за лишение правящей партии ее монополии на власть.
Всего год спустя, в 91-м, эта борьба увенчалась успехом. А ведь «Большая жизнь» была отнюдь не единственной картиной, подвергшейся обструкции между 46-м и 48-м годами, когда новые принципы художественной политики вполне определились. Названных фильмов было, как мы увидим, немало. Но первая проба новой модели в жанре историко-биографического фильма началась именно с Суворова, Пудовкина и Дуллера. Пакете 7, высочайший указ о присвоении вам звания генералиссимуса армии российской. Вам воздвигается бронзовый памятник. Сегодня у нас есть очень серьезный выбор. Либо понимать полноту бытия и чувствовать, как сосуществовали рядом вещи почти совершенно несовместимые, но они совмещались в одном характере, в одной судьбе. Либо делать новый вариант того, что в философском смысле называется феноменологической редукцией. То есть мы будем опять иметь дело с чем-то обуженным, с чем-то отредактированным в угоду той или иной конъюнктуре. Чудо! Богатыри! Денцы мои! Фильм Пудовкина «Суворов» имел очень интересную историю. Надо сказать, что вмешательство вождя в кино было частым. Он очень внимательно относился к кинематографу. Во всяком случае, очевидно, что этот фильм находился, идея фильма находилась в тренде того времени, как теперь говорят. Он был, он находился в сфере внимания власти. Кто такие? Ваше императорское величество, полковник Тюрин, штаба войск юго-западных. За что кресты? За Измаил? За Варшаву? За Рым? Как стоишь? Награды подобают тому, кто выше всего почитает долг повиновения своему императору. Принять шпаги. Крепость. Снять кресты. Известно по современным публикациям, что 9 июня 40-го года сценарий получил крайне негативный отзыв Сталина. Крайне негативный. Вот. И неправы те исследователи, которые считают, что Пудовкина после этого расстреляли. Этого не произошло. Наоборот, удивительным образом, примерно через месяц, 13 июля 40-го года, фильм был запущен в производство. Очевидно, он был нужен. Очевидно, общая тенденция съемки фильмов о победах в русской истории была очень важна. Господа, военный совет. В непрестанных боях, отменными маневрами, мы разбили врага во много раз сильнейшего. Штурм Сен-Готарда открыл нам дорогу. Слава Багратиону, это его дело. Мы вырвались из смертных теснин. В декабрю 40-го года фильм был закончен. То есть еще в июне Сталин гневно писал сценарий, а в декабре фильм был уже запущен и снят, и закончен производством. В январе он вышел в прокат, пользовался заслуженным успехом. Это замечательное кино с эстетической точки зрения, с производственной. Вот интересно, а есть стержень в самой картине, даже на уровне замысла, который не позволил бы из нее сделать явление пропаганды, нужной вождю в конкретной исторической ситуации? Давайте сравним. Вот документ, опубликованный в 90-м году в 5-м номере «Искусства кино» историком Анатолием Латышевым. Адресован министру кинематографии Большакову, датирован 9 июля 40-го года. То есть Суворова еще не начинали снимать. Не положено. Сталин был достаточно прагматичным человеком, насколько я могу судить. Ведь в основе любого мегатоталитарного строя лежит демократия.
То есть в основе любого репрессивного строя он отталкивается от демократии. Причем это было заложено еще в Древней Греции. Демократия убила Сократа. Полк! Кругом! Полк! Кругом! Директы прямо в Сибирь! Марш! Любая революция, она, как правило, приводит к террору. Любой репрессивный режим основывается на выборе, да, на выборе общества, обществом сознательной несвободы. Но давайте обратимся к фактам. Я понимаю, что их можно интерпретировать и реинтерпретировать по-разному, но все же фильм «Суворов» был создан в 40-м году. За 39-е и за 40-е годы самые неприятные в смысле репрессий, потому что в 37-м году был маховик, значит, этот большой террор. Вот, в 38-м году они стали более точечными, но более страшными. И в 39-40-м году они снимают эти фильмы Пудовским с Золлером и получают в 41-м году сталинскую премию. Я сейчас не помню, по-моему, первой степени, дай бог памяти. Вот, другое дело, что вроде как по каким-то сведениям, допустим, весь сценарий Суворова, так сказать, вождь переписал лично. Вот то, что пишет Сталин, почему надо переделать сценарий согласно его установкам. Сценарий Суворов страдает недостатками. Он тощ и не богат содержанием. Пора перестать изображать Суворова как добренького папашу, то и дело выкрикивающего «кукареку» и приговаривающего «русский, русский». Не в этом секрет побед Суворова. В сценарии не раскрыты особенности военной политики и тактики Суворова. А именно, Сталин перечисляет: первое. Правильный учет недостатков противника и умение использовать их до дна. Второе. Хорошо продуманное и смелое наступление, соединенное с обходным маневром для удара по тылу противника. Третье. Умение подобрать опытных и смелых командиров и нацелить их на объект удара. Четвертое. Умение смело выдвигать отличившихся на большие посты вразрез с требованиями правил о рангах, мало считаясь с официальным стажем и происхождением выдвигаемого. Пятое. Умение поддерживать в армии суровую, поистине железную дисциплину. 8 февраля 1952 года. Открывают памятник Гоголю. Стоит мудрый учитель. Все знает, всех видит. На постаменте надпись Николаю Васильевичу Гоголю от советского правительства. Собравшиеся, а это согласно протоколу члена Политбюро, смотрят на памятник с уважением. В этот момент один уже очень старый искусствовед говорит достаточно громко: «Николай Васильевич, вы бы сели». Имелось в виду вовсе не то, что надо было бы посадить за такие шуточки, как у Гоголя. А дело было в том, что всего лишь, может быть, 100 метров, может быть, 500 метров от этого памятника был совершенно гениальный памятник работы Андреева, где Гоголь похож на больную птицу, укрытый шинелью, и вокруг его герои. Памятник во дворе того дома, где Гоголь умер. И вот, наконец-то, нашелся фильм, который сфокусировал интересующую нас проблематику и который не обойти, не объехать. Первая серия Ивана Грозного надолго вошла в сталинский канон. Менялись лишь знаки, под которыми она туда входила.
Вторую серию запретили аж до 1959-го. И она как бы растворилась среди других лент, тоже снятых с первой оттепельной полки. Фильм «Иван Грозный» Эйзенштейна подвергся критике за то, что роль русского царя была, по мнению Сталина, показана недостаточно правильно. Его деятельность свелась к какому-то психопатическому уничтожению своего окружения, хотя это был крупный политический деятель, который привел к формированию огромного государства. Ныне впервые великий князь Московский, венец царя всея Руси, на себя возлагает. И тем навеки многовластию злокозненному боярскому на Руси предел кладет. Отныне русской земле единой быть. На боярскую власть руку поднимает. Но дабы русскую землю в единой длани держать, сила нужна. А посему отныне учреждаем мы войско, служивое, стрелецкое, постоянное. А кто в войсках тех государевых сам не сражается, тому в великих походах царских деньгами участвовать. На свою же голову, свою деньгу. Во всяком случае, Сталин, когда Эйзенштейн и исполнитель главной роли Николай Черкасов были у него на приеме, поинтересовался у Эйзенштейна, изучал ли он историю. Эйзенштейн осторожно ответил «более-менее», вот, на что Сталин прочитал ему лекцию о исторической значимости Ивана Грозного и о том, как надо его было бы изобразить. Возможно, что если бы Эйзенштейн успел к тому моменту закончить третью серию фильма, которая планировалась, где как раз показано, как Иван Грозный побеждает в Ливонской войне, что не совсем правильно, потому что Россия Ливонскую войну проиграла. Вот, но тем не менее, если бы роль Грозного как полководца и собирателя земель была достаточно грамотно оформлена к этому моменту, возможно, он бы не подвергся таким репрессиям. Но поскольку Сталин увидел промежуточный вариант, который ему не понравился с точки зрения исторической правды, фильм был подвергнут репрессиям и должен был быть переснят, чего не произошло, потому что Эйзенштейн, у него было слабое сердце, вот, он не выдержал второго инфаркта и в 48 году умер. Но что же наша отчизна, как не тело, по локти и колени отрубленные. Верховья рек наших, Волги, Двины, Волхова под нашей державой, а выход к морю их в чужих руках. Приморские земли отцов и дедов наших от земли нашей отторгнуты. А посему в день сей венчаемся мы на владение теми русскими землями, что ныне до времени под другими государями находятся. Два Рима пали, а третий Москва стоит, и четвертому Риму не быть. И тому Риму третьему, державе московской, единым хозяином отныне буду я один. Папа не допустит, император не согласится. Европа не признает. Сильным будет, все признают. Надо, чтобы силен не был. Однако обратим внимание на то, что фильм «Иван Грозный» показывает тоталитарный социум как таковой, то есть результат творческого использования насилия как инструмента создания нового мира. В
потенции. Но будущее уже спроектировано. И уйти от него совершенно некуда. В том числе и в безумие. Но донос-то никто не отменял. Анонимки. В какой-то мере анонимка, опять же скажу, парадоксальная мысль, это тоже одна из высших ступеней развития демократии. Каждый, вне зависимости от своего того, чего он добился, кто ты вообще такой? Может быть, ты человек, вообще, ну, не представляющий никакой минимальной какой-то ценности для общества, вот, с точки зрения того, чтобы тебя слушать. Я понимаю, что тебя надо уничтожать, но чтобы тебя слушать, вот, выслушивать и опираться на его мнение, ты можешь опустить какую-то там бумажечку, да, и вот тебе демократия. Это демократия. И вот этот человек, который изначально был поставлен в недемократические условия, потому что не хватает таланта, денег, влиятельных друзей, родителей, устройства, трудолюбия и так далее, он реализовывает свое право на управление страной. Околдован царь! Родней царительный заворожен, Клинскими Захаринами околдован! Околдован! На родню царицыну челом бьем! На Клинских Захаринах управы просим! Из людей сердца вынимают людскою кровью, дома кропят, из той крови огонь зарождается. Известна роль юродивых в русской культуре. Мы знаем, что Иван Пырьев, очень успешный человек, и режиссер, и продюсер, человек, который выстроивший Мосфильм, создавший целое направление молодых кинематографистов того времени, который привлек очень многих молодых и сделал из них выдающихся режиссеров и актеров тоже. Пудовкин обладал такими чертами юродивого. Не зря он сыграл юродивого у Эйзенштейна. Эйзенштейн четко почувствовал его психологический тип и нашел ему роль, пригодную для воплощения его, как бы, психологической матрицы. Так оставлен я сиротою покинутым, а бояре, правители, земли русские именем моим иноземцам закобаляли. Сейчас вы видите памятник Достоевскому, на мой взгляд, великий, поставленный как раз во дворе того дома, вернее, того сада, где в дальнем углу был найден труп изнасилованной девочки. И, как некоторые исследователи считают, это повлияло на Достоевского в том смысле, что у него был первый приступ эпилепсии. Но если посмотреть на этот памятник внимательно, мы видим одну потрясающую вещь. Если стоять лицом к нему, ну, как бывает обычно, мы созерцаем, он от нас отворачивается. Надо зайти, обойти его, чтобы он к нам повернулся. Что касается фильма «Суворов», то его постфильмическая, как бы, постпроизводственная судьба была довольно долгой. Он, как и многие фильмы того периода, очень долгое время находился в прокате. Советское кино было не столь обширным, как, например, американское, поэтому старые фильмы работали долго. В такой армии не только я грешный, а кто и поболе меня, победы не одержит. Я людьми командую, Ваше Величество, а не пружинами. Вредни! Армия Фридриха Прусского покрыла себя славой. Я русский, Ваше Величество. Мне за Фридрихом гоняться не пристало. Шугерух! Измаил! Слава!
что же делать? Слишком это все серьезно, и не хочется такой проломной простоты, если угодно, такого дешевого максимализма, который явился благодаря новым временам. А вот то, что в нашей истории были и есть черные дыры, белые пятна, это факт. Это факт, естественный, до сих пор. И здесь непочатый край работы, я думаю. И тем не менее, нравственный вопрос остается. Вспоминать ли погромы, прощать? Или для начала восстанавливать ткань истории, показывать, как оно было, показывать, кто в каком находился состоянии. Это ведь гораздо сложнее, чем заранее знать, кто прав. Прошлое оказалось вместительным, потому что вопросы еще не предполагали ответов. И те, кто не забывал фактов, не думали, что вообще настанет время гласности. Я думаю, что это время должно пройти не в том смысле, что опять заткнут рты, скорее наоборот, что дело за исследователями, дело за теми, кого когда-то называли буржуазные спецы. А по сути, это как раз и есть наша история во всем ее трагизме, а во всей ее многомерности. Истинный полководец тот, кто побеждает неприятеля, не доходя до него. Побеждай сперва мыслью, а потом делом. А для сего надлежит, чтобы войска предводителя своего разумели, и каждый солдат понимал свой маневр. Знай и дерзай. В конце 80-х Марком Заком была сформулирована более взвешенная точка зрения. Исследователь считал, что Пудовкину повезло. Более того, его использовали для осуждения тех, кто был зачислен по ведомству космополитов. И, возможно, ему припомнили его выступление 42-го года на вечере в честь англо-американских союзников. И он говорил о том, как на все их кинематографическое поколение повлиял Дэвид Уорк Гриффит и его нетерпимость. Творческая судьба Пудовкина в этот период, послевоенный, где-то с 1946 по 1949 год, а может быть даже и по началу 50-х, была, в общем, довольно счастливой. Он активно снимал во время «Малокартине», он выступал с лекциями, он ездил за границу. Мы знаем фильм «Жуковский». И, кстати говоря, мы помним фильм «Возвращение Василия Бортникова». Считается, что именно этот фильм послужил ласточкой оттепельного кино. Какая удивительная и волнующая история. Но скажите, Дмитрий Иванович, почему же это осталось никому неизвестным? А главное, где его расчеты? Где его теоретические соображения? Погребены в недрах военного министерства. И смею полагать, с непонятными, но злостными целями. Ибо денег Можайскому для продолжения работы не дали. И тем погубили его и его дело. Вы понимаете, батенька, эти чиновные самодержцы палец о палец не ударили для того, чтобы поддержать дело. И только потому, что оно начато русским человеком, а не каким-то там заграничным авторитетом. Встреча струи с твердым предметом – это, конечно, не простой механический удар, а обтекание. Объясните мне, что тут может быть? Сложная картина. Я не могу объяснить вам. После Пудовкин поставил фильм «Жуковский», где открывается окно, дует ветер, но, может быть, дело в пленке. Когда вы смотрите, у вас нет ощущения свежего ветра. Вот ведь тоже аллегория аллегорией, а эстетика эстетикой. Thank you.
Когда я пересматривал фильм «Возвращение Василия Бортникова» и услышал слова женщины «Нет, так как жили мы, жить не будем», я подумал о том, как время забирает себе художников. Да, конечно, здоровье, темперамент, исторические обстоятельства, все что угодно. Но мы еще только вступаем в эпоху, когда огромное значение будет иметь визуальная антропология. Ситуация нового человека, которого так и не создали, но зато который почувствовал себя ветхим Адамом со всеми грехами на своих плечах. И, конечно, в этой ситуации история и мифология начинают спорить друг с другом. Детей пополам не разорвешь. Терпеть надо. Будем жить, как жили. Так, как жили мы, жить не будем. Это понятно. Эта фраза обращена к зрителю. Но в этом же фильме мы видим ледоход. Пудовкин возвращается к себе раннему, к себе великому. Это почти буквальная цитата из фильма «Мать». И в то же время, конечно, цитата из Гриффита, из картины «Путь на восток». Этот ледоход и должен был обозначать изменения в жизни и то, что вот эти льдины, они должны наконец тронуться, должна показаться живая вода. Великий режиссер возвращался к собственной юности, которая, и в этом как раз трагедия, по большому счету так и не состоялась. Известное дело, художник в России должен жить долго. Старое кино всегда возвращается. И не только потому, что оно пользуется огромным успехом у современного зрителя. Просто оно диверсифицировано. И сейчас есть огромное количество образовательных, педагогических, исследовательских книж, которые старое кино заполняет, как любой артефакт прошлого. Понятно, что не все люди читают, например, истории о том, как Шампальон расшифровал египетские иероглифы или какие-то истории, связанные с этим. Но всегда есть люди, которые исследователи, люди образованные, которые интересуются историей, интересуются культурой, и для которых старые фильмы являются очень мощным свидетельством и даже, можно сказать, орудием исследования современной ситуации. Именно в этой нашей программе мне хотелось вспомнить о том, как Ираклий Михайлович Кверикадзе показывал своего пловца. Это был 83-й год, у нас был киноклуб, который находился в городской фильмотеке. Естественно, билетов никаких не было, никакой продажи не было, значит, тут же статья. Дурмишкан Думбадзе жил недалеко от Батуми. Жил бедно. Имел трех буйволов-кормильцев. Во времена дождей воды, вышедших из берегов рек, выносили буйволов далеко в открытое море. Дурмишкан плыл за ними, находил их и загонял назад к берегу. Кверикадзе показал именно династию. Первый пловец мифологический, второй исторический, не стал примером для подражания, потому что мы не дали этого сделать. Его просто уничтожили. И, наконец, третий, которого играет Баадур Цаладзе, толстый, обрюзгший, а ведь надо плыть дальше. Картину били за вот такой вот намек, а по сути-то мысль была совершенно другая. Ребята, трагедия была, мы о ней говорим, хотя официально вроде как не очень положено. Но самое главное – это наше состояние. Какие мы сегодня? Этот фильм был обращен к нам, к тем, кто его смотрел. Массовые заплывы были в эти времена очень популярными. Организатором заплывов был мой отец, Томенти Думбадзе. Фильм смонтировался. Мы повезли в Москву.
был какой-то то ли 24-й, то ли 25-й съезд Коммунистической партии СССР, и надо было нам за два дня до этого съезда, нас послали, идите, сдавайте картину. Завтра Брежнев, завтра вся эта компания открывает свой съезд, а я показываю министру кинематографа фильм, знаешь, вот в такой паузе, все час 20 минут шел. Он встал, очень мрачный прошел, и у дверей обернулся в полуоборота, сказал одну фразу: «Этот фильм надо сжечь». И я сам себя не узнал, не узнал, а был удивлен, потому что услышал собственный голос. Он только закончил сжечь, я сказал, вместе с автором. Я не понял тогда, что случилось с Исидором Буац. Почему побледнел отец? Хочу прикоснуться к морю, войти в воду, вспомнить любовь моих предков к дальним заплывам. Я виноват перед дедом, отцом. Я должен сделать вызов самому себе. Сегодня мы переживаем процесс, который в 60-е описал еще великий Микеланджело Антониони. Только Антониони писал о частных вещах, о частной жизни. А у нас это получается жизнь историческая. Процесс этот отчуждения от истории. Мы никак не можем ее признать своей по полной программе. Одни кусочки нас устраивают, другие не устраивают, что-то переписывается. А в результате люди опять попадают в то мифологическое пространство, хоть и с противоположным знаком, из которого они хотели выйти, собственно, в историю. И вот сюжет Суворова, он именно таков. Было два возвращения, и оба до конца не состоялись. Хочется, чтобы, наконец, третье возвращение все-таки произошло. С вами была программа «Документальная камера» и я, Андрей Шемякин. До свидания.